Фееричное шоу и вкусные блюда. В Ненецком округе завершился гастрономический фестиваль. Красивым завершением стал званый ужин. Чем кормили гостей в одном из ресторанов Наринмара, расскажет Катрина Тайбарей. Тут много блюд, красивых, вкусных, от шеф-повара, от бренд-шефа. Герои вечера приветствуют гостей. Приглашенный бренд-шеф Алексей Дыма вместе с шеф-поваром городского ресторана Дмитрием рассказывает о блюдах, которые приготовили на ужин. Нам принесли первое блюдо. Это севиче из нельмы с соусом из омулевой икры копченым соусом. Сейчас попробуем. Очень интересный вкус чувствуется. Далее подают пате с таежными грибами в оболочке из ростбифа на брусничном соусе. Это горячая закуска из печени и вырезки оленя с ягодным соусом. Но перед этим блюдо проходит подготовку, а гостей ждет яркое зрелище. На тарелках пате. Гости довольны. Во времена пандемии подобных мероприятий очень не хватает. А такая возможность позволяет насладиться вкусом еды и жизни. Нам очень нравятся такие мероприятия, особенно с такими приезжими интересными шефами. Очень интересно. И мы посещаем каждый год. Очень вкусно, подача и впечатление. Хлеба и зрелищ, как говорится, что еще нужно. Всего гостям удалось попробовать 5 блюд из местных продуктов. Повара старались сохранить естественную палитру вкусов. С самого утра на кухне все кипело в прямом и переносном смысле. Сегодня весь день готовились. Ну, конечно же, шведский стол в рамках тоже фестиваля у нас проходил. После этого мы начали готовиться. На кухне тоже все подготавливается полным ходом. Фестиваль организовали сотрудники Центра развития бизнеса. Всего в гастрофесте принимали участие 4 ресторана округа. В каждом прошло по 2 мероприятия. Съемки гастрономического шоу «Еда – это не главное» и «Званый ужин». Также в 2021 году в рамках фестиваля прошла презентация кулинарной книги «НАО». Смысл этих ужинов в том, что мы привлекаем сторонних шеф-поваров с определенными секретами авторской кухни. Издание книги заняло очень большой период времени, потому что это, ну, это очень непростая такая труд. Это же нужно было согласовать и шеф-поварами, это нужно было посмотреть и исторические какие-то рецепты. Отметим, что все мероприятия прошли с соблюдением антиковидных мер. Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».